Добро пожаловать на просмотр обзора обновлений в карпаркинге. Вот, давно видосов не было, это связано с тем, то, что я купил новый телефон. Да, это хорошая новость для вас и особенно для меня, так как теперь контент для вас я буду делать в более крутом качестве. Теперь у меня FPS в играх гораздо побольше, как видите. На средних настройках ничего не фризит, все просто суперски. Вы спросите, какой телефон я купил, а купил я Honor 10i. До этого у меня был Honor 9 Lite, самой удешевленной версии. Что ж, видео про телефон, если хотите, могу записать отдельно, а сегодня обзор. Итак, что же было добавлено нового в игру? Это новые машины, новая карта, новый трафик, ну и еще много чего нового. Сейчас я вам все абсолютно покажу. И что ж, сразу мы видим... Менюшка-то вообще изменилась, фон менюшки. Смотрите, мы стоим возле автострады, там ездят машины, фуры. Вон здесь Кенвард стоит, и, в общем, все очень круто. Посмотрите, насколько все теперь детализовано. Заправка. Тут он какой-то грузовик стоит с открытыми дверями. И перед нами находится мастерская, в которой, кстати, тоже находится Кенвард. И, в общем, все очень поменялось. В верхнем правом углу мы видим... Можем зайти в аккаунт. Также были добавлены, как понимаю, много персонажей. Ну, большинство за донат, конечно, вот. Много всяких челиков. Даже смотрите, я здесь что ушел, это на типа Доминика, это на типа Пол Уокера, челики какие-то. Ну, в общем, прикольно все. Теперь реализовано. Когда мы заезжаем в гараж, давайте зайдем в настройки машины. Наша машина вот так вот с поворотами уезжает в... мастерскую. Здесь тоже вот челик что-то чинит машину какую-то по колесам, кстати, ну я не осмелюсь сказать, но что-то похоже на Land Rover, кстати, ну да, все скорее Land Rover. Вот все вокруг так вот живенько, все просто очень круто проделано. Вот здесь GDM, извините, если неправильно называю, просто я не такой любитель GDM и поэтому не знаю, как он правильно называется, вроде бы так. Так, вот такой вот гараж. Что ж, в тюнинге было тоже много чего добавлено. И это в основном касается дисков. Дисков стало, во-первых, гораздо и гораздо больше. И теперь, ну, кстати, появились диски за донат. Куда же без него-то. Теперь можно менять радиус дисков. Вот такой вот можно вообще сделать. Ну, у меня вот стоит максимальный размер радиуса, так. И также можно теперь делать различные надписи прямо на шинах. Вот, пишешь любое слово, и как видите, я вот написал Майбах, и у меня теперь Майбах на шинах. Любую надпись пишешь, выбираешь любой шрифт, дополнительные эффекты. Также эту надпись можно поменять, ну цвет надписи точнее поменять. Вот. Ну и что касается тюнинга, больше ничего нового я вроде бы не нашел. А, ну кстати, еще можем красить теперь суппорты, блеск дисков и так далее. То есть теперь над дисками можно поработать как тебе угодно, можно поменять цвет абсолютно всего. Даже теперь можно делать надпись на шинах и менять радиус. Что ж, это что касаемо тюнинга. На этом с тюнингом вроде бы все. Давайте теперь посмотрим новые машины. Какие же были добавлены новые машины. Так, давайте пролетим начало. Итак, что ж, стартуем. Сейчас будем чекать, какие машины сколько стоят. Да, я на звонке играю. Вот. Ну, здесь столько машин. Копить на каждую как-то, ну, камон, это долго. Как-то я не хотел этого делать. Так что уж заранее простите. Не сдержался. Итак, давайте ищем первую новую машину. Сразу же, кстати, минус о машинах. Они все практически идут за донат. Как-то так, да. Итак, машины добавлены, кстати, новые, очень крутые. А вот и первая новая машина. Это Honda. Она идет вроде бы не за донат. Такая вот Honda. Прикольная машина. Идем дальше. Это Ford. Как видите, он с кенгурингом, с фароискателями. Как вы знаете, во всех американских фильмах в основном этот Ford используется как машина ФБР, полиция американская и так далее.
Ну, по крайней мере, я привык видеть его именно так, в роли американской полицейской машины. Тоже очень круто, на нее даже есть мигалки, скин полицейский. И прямо эта машина вообще шикарна, по-моему. Боевая машина, так сказать. Идем дальше. Уже посмотрели две машины, получается, добавлены. Где-то 5 машин или 6 вроде бы. Сейчас мы все увидим. Итак, еще одна машина, которая очень круто. Просто это Toyota, как раз для любителей GDM. Извините еще раз, если неправильно называю. Она идет тоже за донат. У нее вот так фары поднимаются и опускаются. В общем, тоже все очень прикольно. Идем далее. Сейчас уже пойдут гораздо дорогие машины уже из класса люкс и спорт. Так, идем. Надеюсь, только бы ничего не пропустить. Так, уже 3 машины насчитали из обновления. Что же у нас еще? Вот, BMW i8. Такой вот суперкар добавили. Не знаю, он вроде бы тоже за донат идет. Ну, честно, не помню. Может и нет. Просто я сейчас на взломке играю, посмотреть не могу. Так, ну, вот такая вот i8 бэха. Я, честно сказать, небольшой любитель BMW, но меня прет от i8 и x6, а также x7. Особенно в рестайлинге в белом цвете. Прямо вообще мне нравится, честно сказать. Мне больше Мэрина нравится. Я больше по ним. Так, идем далее. Что же у нас есть еще нового именно в этом обновлении? Так. Вот, это у нас Корвет. Добавлен Корвет, если не ошибаюсь, Шевролет Корвет. Вот. Такая вот моделька тоже очень крутая. Ну, мне вот больше вот такие вот Корветы нравятся. Они что ли более такие у них углы. Менее закругленный этот, видите, какой он круглый весь. Этот прям такой строгий. Очень классно. Так, ну и последняя машина на сегодня, которая была добавлена в последнем обновлении. Это вот Mercedes, как Акуга еще называют. Именно тот Мэрин, который не так уж и давно сжег Литвин. Так, ну тоже очень крутая машина из обновления. Все машины мне понравились. Кстати, этот Мэрин тоже идет за донат. Все машины здесь практически из обновления идут за донат. Поэтому либо качайте взломку, либо платите деньги, так сказать. Ну или же на торговой площадке выкупайте. Я вот вчера играл там. Вот эти Мэрины продавали. Один чел продал за 50 тысяч Mercedes. Причем в таком тюнинге крутом. Вот. Ну и все, вроде бы ничего нового. Да, больше ничего нового. Что ж. Давайте сейчас скорее поедем кататься уже по новой карте. Сейчас я вам ее покажу. Так, выбираем одиночную игру. Вот, сразу же видим Хигвей. Я честно, вроде бы эта трасса была, точнее карта была, но она очень видоизменена. Как видите, здесь новый трафик, новые объекты. Я честно не помню, я в CarParking 2 месяца не играл. Я не помню, есть это... карты или нет, напишите в комментах. Но что точно добавили, это City 2, новый город. Скорее стартуем туда и уже посмотрим, что же это за город такой. Там было добавлено просто куча разных работ, там теперь можно таксовать, по карте разбросаны разные кейсы, всего вроде бы на одной карте 87. Я один нашел, мне дали 2500, ну, игровых денег, понятно. Так, что ж, спавнимся. Загрузочка идет. Вот, посмотрите просто, как изменилась игра. Вот, трафик абсолютно новый. Вот здесь Shelby стоит, пикапы, не знаю, Форды вроде бы. Так, можно купить дом. Давайте выйдем из машины. Так, теперь видим, вверху справа появились смайлики. Давайте поменяем камеру, можно свои эмоции теперь в мультиплеере выражать. Вот так вот. Что ж, мы видим здесь сразу же дом такой вот шикарный. Все, я его купил за 800 тысяч долларов. Новый дом США. Это, видимо, ну да, раз США, американская карта. Welcome, добро пожаловать. Очень-очень, ребята, крутое обновление. Просто скорее бегите и скачивайте.
Игра теперь гораздо лучше оптимизирована. Как видите, объекты появляются только когда я подхожу. Вот, например, нету, вот вазочки не было, сейчас появилось. То есть это вообще не нагружает игру. Так, здесь эта собака должна быть. Мэнси какой-то. Но я его что-то не вижу. Так, ну что ж, ладно, мы приехали смотреть на карту. Кстати, давайте я вам ее открою. Вот такая вот большая карта достаточно. Вот, город. Едем туда. Ну, раз это США, вот, по-моему, это что-то похоже на Централ Парк. Ну, чисто предположение личное. Домик мы потом посмотрим. Сколько же РПшек сейчас можно топить по этой игре, снимать, пилить. Давайте собираем лайки, пишите в комментах, снимать ли эту игру. У меня просто уже куча идей по этой игре. Я уже хочу снимать и снимать. Что ж, погнали. Скорее смотреть все новое в этой игре. Появились новые дома, вон Land Rover, новый трафик. Кстати, трафик я почему-то еще не видел. Я не знаю, куда ехать. Ой, не туда выехал. Бочком так вот не уценил Майбах. Так. Я даже не знаю, куда ехать. Ну, давайте, вот у нас там спереди какие-то разные значки, новые, которых я не видел. Вот в игре, кстати, светофоры появились. Почему-то народа нет нигде. Ни машин, странно. У меня, может, это отключено в настройках. Ой, здесь можно подвести людей. Ой, здесь полицейскому нужно куда-то ехать. А куда тебе, дружище, вести? Ну ладно, поехали по карте. Сейчас его отвезем. Вот, выполним сразу же задание. Аккуратненько выезжаем. Посмотрим, как он сидит. Он ведь садится в машину, я надеюсь, да? Да, даже шляпку снял, смотрите, что. Мы сейчас в забор въедем. Ладно, погнали. Только я погнал-то вообще не туда. А, карта-то новая, вообще не ориентируюсь. Класс. Блин. Ладно. Давайте, погнали скорее. Сейчас все посмотрим. Я, кстати, уже выполнял работу такси, там чел такой был, помните, как из Топ Гира Стик был, в шлеме такой белый. Вот, его вот подвозил, здесь его, кстати, тоже можно купить за донат, естественно. Надеюсь, я в ту сторону еду. Надеюсь. Карта абсолютно... Ух ты, какое-то провисание было. Ну, это первый раз, всегда так прогружается. Вот. Да, как-то подозрительно, нет ни трафика, ничего. Абсолютно ничего нет. Но город есть, главное. И это очень круто, новый трафик, как говорил, новые машины на улицах стоят. Ничего себе, Мэрин топит под трешку уже. Ну, 255 было максимальный рекорд. Так. Эх, не засейвил. Бедный полицейский, зачем ты к нам только сел? Опа. Ух ты, это что там за здание такое? Какие-то... Не знаю даже, что это такое. Магазин, наверное, какой-то. Разбил Майбах. Как печально. Ну, что ж, вот такое вот это обновление было. Я вам вроде бы все показал. Тут сейчас просто давайте по карте будем кататься, смотреть. Что-нибудь открывать новое, интересно. Новые миссии, как сказал, были добавлены. Что-то я не вижу. Финиши, куда его нужно вести. Я помню, у Стика в тот раз вез, так ему буквально метров 200 нужно было ехать. Что такое стоять? Давайте срежем так вот прям напрямки. Проедем, думаю, можно. Такие вот здесь поля прямо. Я не знаю, этот знак вообще существует. Он показывает ехать туда, там. Опа. А, понимаю. А как туда ехать-то? Это же вообще странно. Что? Сюда? Сюда, походу, ехать? Может быть, но... Я не знаю. Ладно, полицейский, сиди тогда с нами. Сам сел. Едем обратно, посмотрим, что это за здание было. И уже будем завершать карту. Я думаю, нет смысла полностью всю смотреть. Давайте вы скачаете сами обновление и посмотрите. Я думаю, это гораздо круче, чем смотреть обзор. Играть самому — это гораздо и гораздо круче. Я думаю, вы со мной согласитесь, потому что карта большая, это минут на 40 уйдет у нас. Еще плюс 7 миссий смотреть. И
Ну да, получится очень долго. Итак, давайте сюда за... Ну, допустим, мы нормально приехали, да? Разбили Майбах. Супер. Так, посмотрим, что же. Ну вот на что это здание похоже. Слегка смахивает на больницу. Здесь еще и вон две скорые стоят. Чувак, ты что так тихо бегаешь? Он не бежит, а идет. Он быстрым шагом, да. Здесь все, кар-паркинг, новые какие-то граффити появились всякие. В общем, ребят, обновление просто шикарно. Одно из самых шикарных обновлений в кар-паркинге. О, во-во-во, про тот кейс, который я говорил сейчас. Поймете, про что я говорю? Сейчас, да, там вон скорая вдалеке стоят. Да, это больница, это больница. Я здесь проезжал, туда можно даже заехать. Вот, видите этот кейс. Их всего, я так и не понял, на одну карту или на все карты 87 кейсов. Так, а вот на все карты 82 кейса, я уже нашел второй. О, здесь дали 3000. В тот раз дали 2500, получается на 500 рублей, на 500 баксов прибавляется. Или же это не больница? Магазин, может, какой-нибудь. Смотрите, насколько все детализовано, что-то подняться не могу. Так, ну, наверное, это все-таки магазин. По-моему, да, это... Блин, я даже не знаю, что это такое. Здесь какие-то офисы. Пункты ожидания. Нет, это не магазин все-таки. Что же это такое? Ну, здесь куча скорых. По-моему, это что-то на типа больницы. Ну что ж, давайте видео уже затяну. Да-да-да, это больница вот сюда на носилках, наверное. Ну, чисто мое предположение, имха. Что ж, на этом, думаю, будем заканчивать. Да, все, госпиталь, теперь я уверен, что это больница. На этом будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите, понравилось ли вам обновление. На этом все. Всем пока.